Ты с маской нужна. Да я бы что-нибудь смазал. Я бы тоже что-нибудь смазал. Сундучок. Да ёп. About. Better sign those surrender papers, buddy. Otherwise. Сундук открыл? No, that was my favorite bagel place. Katagawa, you monster! Booyah! And that's only half power. If you don't surrender soon, Reese, I'm gonna slice you in half. Stupid Katagawa. I totally could have held him off. And then he allied with the stupid children of the vault. Those cultists have been working themselves to death. I can't compete with free labor. Это что здесь произошло? It's marked. Не знаю, я зашел, а там уже труп. Точно? Нет, не точно. Он поскользнулся и ударился головой об бракет. Идешь, да? Сюда и надо было. А снизу там что, ничего нет? Патроны ищет. Смотрю, фанатикам тоже воздух не нужен. Ты видишь, у них на лице маски. На самом деле это закрытый костюм для дыхания. Так и знал. О, рундучок. Ну, я и говорю ничего. Туда как-то можно забраться. Right there. Marked for pain. Интересно. Да я что, застрял на одном месте, не мог двигаться. Yeah.
на меня вообще внимания не обращает. Ну, ты не очень интересный на самом деле в общении, поэтому он и понял, что он... Не говори. Теня какая-то. Просто мы тут чиним термовая ветровка. Все время забываем. А, самонаводящаяся. Сомненными пулями. Просто быстро стрельнуть их не поможет. Не, с таким уроном даже не один О, там железяк этот. POI, I suppose. When they say it's good to have friends in high places, I'm not sure this is what they were talking about. Oh, he had an antenna for my friend. Now someone can listen to my podcast besides me. My audience just doubled. Oh, mattress advertisers, I'm way. Так, ну что тут? А, сундуков нету, понятно. Дядя, вот тут явно что-то... Блять. Нет, ничего нету. Одно сплошное разочарование. А ты не разочаровывайся. Это сложно. Возьми и перестань. Я попытаюсь. Три банана, один банан. Что там? Бундук. Зелень. Ебать, он меня ебает. Я синюю дало. Погоди. Я пытаюсь... Нет, я труп. Я тоже... Меня тут достало. А что тут смысл? Задаюсь? Тын-тын-тын-тын.
I am need of you, beast. Как ты видишь? Решающий, у меня клавиатура мигает. Да, я же тебе говорил. Но к тебе эта фигня не может этот воскресить твое животное. А оно тоже умерло. Сволочь. You are nearing a historical marker of Typhon de Leon, the first Vault Hunter. Sadly, he disappeared decades ago while seeking the Iridian homeworld. I am eager to acquire any information Typhon de Leon left behind. А, то есть я сейчас нажму, он выключится, да? Thrusters. Mm-hmm. That sounded better in my head. Disregard. But look, it's working. Section 35 thrusters malfunctioning. What the hell is happening? I was just about to give Atlas HQ a mohawk. Get those thrusters up and running now. Порвать трубы больше. Hell yeah. And clear out those cultists and keep going. Неплохая идея. The entrance to the facility is just up ahead. О, фиолетовая башка упала. Прикольно. That chute is your ticket in. All you gotta do is find the release lever. Not so fast, Vault Thief. Got some fam who'd love to eat ya. Oh crap, heads up! А чё, впереди? Это кто-то особенный? Угу, надеюсь. Баба Яга убивает врагов из пистолета, наносящих урон. Баба Яга, я так понимаю, это отсылка на Джона Уика? Да? Баба Яга. Я до сих пор не понял, а почему он там Баба Яга? Потому что до хрена выебываться кто-то умеет. Я понятия не имею, это какой-то русский прикол. Так, где еще враги? Everywhere. Прыгни повыше, откуда тебя стреляют, там враги. Просто ошибочка. Да. Ready to unleash this power. Я жму на рычаг. Подожди. Ладно. Где он? Давай жми. Да ты у него тоже. Жми ты. Да почему тебя какие-то бегают? Fully energized. Right. Ta-da! What, nothing? Come on, I just got you in a freaking Malawan base. Like, a little celebration's in order. Just press the celebration button. I think it's Q. Так, ну чё, нам в дырку вниз прыгать. Погнали. Секунду. Здесь комната целая. Я не знаю, ты их вроде не исследовал, раз здесь всё закрыто. Да, я тут еще не был. А, это шпионы.
А, и надо было взять задание на шпионов. А ты не взял? Ну как, ага, и вот там бы что-то лежало. Ну что ж, завтра пройдем эту локацию еще раз от начала до конца, потрогаем каждого шпиона. Поищем. Полетели уже в этот. Хуйню от засранца, который говорит, что он был везде, но нигде его не был. Привет. Сердечком смешной. Не знаю, хочешь посмотри. Он помечен как-то, скорее всего, на него будет квест. Вот, oh, да, I like you. Его потрогать сейчас нельзя, поэтому. Ты понимаешь, это завтра. Эти взрываются. А смотреть, может, не надо в упор подать? Судя по тому, как они нас... Погоди, шип. Шип, это оно? Вестник. Ааа! Блять! Явно не то. А, я понял. Вот метки на них есть, ёпарас, это... Вот, три этих сферы, одна сердечко. Так, не, я... вот не что-то мне насрали, окей. Не-не-не, а это слишком большая, что-то не хочется. Да. Ты бы сомневался. А на этом сердце самый раз, я такой такой люблю. Смотри, голографические усы. Focus, Reese. Focus. Thanks. Think I'm getting the hang of this. So for the record, this is not a probe. Do not call me Reese Probe or whatever. Reese Probe. Call me Reese Spear. Well, that's actually that's pretty tough to say. Reese Spear. Reese Spear. Oh, I just bit my tongue. Я буду звать его Риз Зонд, и мне пофиг. Pleasure,
sphere, not a death sphere. I got lubricants, music, protocols, and an ambient light show. So, ты смазка не нужна. Да я бы что-нибудь смазал. Я бы тоже что-нибудь смазал. Чтобы ты пригорел. Cheese nacho fountain, round the clock skag oil massages, and privacy boost with our service bots. No questions asked. Нашел робота. Что она? Сдохни! Тебя поднять? Встану. Тут запись. Как это открыть? Можешь туда прыгнуть? Тут странное силовое поле, я не знаю, как его открыть. А, ну у нас только зеро может их открывать. Понятно. Ну-ка, что это у нас здесь? Ничего. Погоди. А, и мы как-то должны умудриться набраться наверх. Нас наверх иначе никак не заберет. А, лестница. Ну да. Привет. Ты куда пошел? А, я думал, на метку надо. Ты где? Я ищу этот... Как его? Сифона. Записи. How many arms do I need to point with? А мне, да? Понабрали. Ух! Ебой! The whole Trent Mina thing was a big fat ruse. When I get there, Aslan De Vega calls down and says, that's for stealing my cut of the vault, DeLeon. Then he hucks a grenade, collapsing the tunnel I was in. When you're famous, there's always some asshole who'll try to kill you for money. It took me a while, but eventually I found my way to the surface. Aslan was at the bar celebrating my death. I nabbed his geese when he wasn't looking and stole the putz's ship. А, это уже, судя по всему, третья запись. Ну так. Да? Он сказал, как он уходит. Угу. В этом плане лучше какой-нибудь Doom. Он сразу говорит, где все хуёвины, а как до них добраться, уже твои проблемы. Да, согласен. God damn it. Kanagawa set up a firewall. We've got to destroy the servers. This way. I'll open the door. A handy trick.
Кундук? Ну, кундук, с этим мы видим, что-то будет связано. Угу. А, когда я бью, он говорит Seems Unbreakable. Надо будет что-то с ними сделать. Вот. То есть нам придется проходить игру два раза. Первый раз просто, а второй внимательно. Удивил. Да, это наш метод будет пополнение единого счета. Я все до этого дошел. Там что, робот? Ты какой парень, смотри. Блядь, а у меня как назвал коррозии нет. Ехал. Он тоже завис? Понятно. Я на секунду чуть не вылетел. Ты здесь? Кадр. Чё? Я слышал. Что за сингулярность там? Так это этот главный реактор, который мы потом взорвем и будем отсюда искать. На яхте этого призрака. Мы возвращаться будем. Фиолетовый пистолет. Блять, хоть кому-то везет. Ну, сервер, я взрываю. Давай. Are still scuttling about. You just won't give up, will you, Reese? That's it. Say goodbye to your favorite Frogurt stand. Not Franz Frogurt. Anything but Franz Frogurt. I mean, they give you that. Later following in 3, 2, 1. Fresh fruit on the bottom of the cup and the little. Oh, God! Давай сюда прогуляемся. Здесь наверняка что-то есть. Угу. Пример, закрытая красная дверка. Которая не открывается. Само собой, она ж красная. Красная, значит, закрыта. И голос фаста. Ладно, возвращаемся назад теперь. Ты помнишь, там где-то видел эту хуйню с зашитой дверью? Нет. О. Ну, приблизи. Ты понял, о чем я. Иду, его не буду. Пусть живет. Твой жук его добил. Ну, давай. Отрубай все это говно. At stake. We can mourn later.
пойду чекну, может, он действительно ее открыл. Давай. Вроде она близко тут была.